Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 4. Сравни 1 тонна 200 килограммов и 1200 килограммов. В одной тонне 1000 килограммов. 1 умножить на 1000 будет 1000 плюс 200 получится 1200 килограммов. 1200 килограммов равна 1 тонне 200 килограммов. 9 километров 50 метров и 9500 метров. В 1 километре 1000 метров. В 9 километрах 9000 метров. 9000 плюс 50 получится 9050 метров. Это меньше, чем 9500 метров. Значит, 9 километров 50 метров меньше 9500 метров. Сравним 2 часа 30 минут и 230 минут. В 1 часе 60 минут. В 2 часах 120 минут. 120, да еще 30 минут. Это 150 минут. 150 минут меньше 230 минут. Значит, 2 часа 30 минут меньше, чем 230 минут. 6 рублей 8 копеек и 680 копеек. В 1 рубле 100 копеек. 6 умножить на 100 будет 600. 600 прибавить 8 будет 608. 608 копеек меньше 680 копеек. Значит, 6 рублей 8 копеек меньше, чем 680 копеек. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.